Хохма, мудрость, знание – это хорошо. Это возвращает человека на путь, если он правильно умеет пользоваться знанием. Это может сформировать его видение, когда чувство не работает. Это может давать внутреннюю пищу для мысли, и тогда человек находится в этом. А потом из этой мысли приходит к чувству, к требованию, к раскрытию. Но не надо менять. Нельзя менять цель. Опасность в знаниях в том, что это может превратить это все во внешнюю науку. Когда меня успокаивает то, что я получил там какие-то ответы. Это самое плохое. Это хуже всего. Это называется внешнее знание, знание народов мира. И тем самым закрывается часть Исраэль, которая стремится к тому, чтобы постичь дающего, постичь Кетер.